Полкилограмма 100 тысяч рублей. Это 600 Это? 600 долларов за это? Это как у нас красные женщины так за рубль. Всем привет, в Москве еще нас пригласили Наташа в ее дом. И мы первый раз там попробовали икру. Вау, это настоящая икра из Азербайджана. Браконьер. Я же первый раз попробую, поэтому не знала, как правильно кушать. Первый раз попробуем. Юн. Best. Юн тоже научился, как правильно кушать. Окей, водка и икра. А? Смотри, как мало идет, честно. Is it tasty? Yes. This fish? It tastes... He's a mother. He's a mother of this. Salty butter. Salty butter? Really? Yes. Okay. Я раньше попробовала только красные икры, а тут вообще черные. Ты наливай нам, а то это ем. Salty butter. Yeah? Got it? Жидкий. Жирный. Жирный. Жирный очень. Salty. Creamy. Сало? Нет, да, creamy, очень кремовый вкус. Interesting. Нежный. Да, мне нравится. Нежный. Очень нежный. Чуть-чуть соленый. Это надо созрема. Вот, икра вот так выглядит. Я думала, все очень прозрачный, черный. Оказывается, это очень мутная. И из ваку они получили. И смотрите, такие большие шарики. Вот. Говорят, очень ценная, дорогая икра. Как тебе больше понравилось, вот так или вот так? Which one do you like? What's the better? This, this one? This, this one? This one? With butter. With butter. Oh. And first, two, second, перерыв небольшой. Not break. It's break. Намного вкуснее. Намного нежнее, да? Да. За ваше здоровье. Спасибо, за ваше здоровье тоже. For healthy drinking vodka, yes. Юн стал русским, зная, как выпить. Белуга. 40. 40, yeah. In soju. No, 17. Soju like wine. Wine, just water. For beer, yeah, compared to vodka, it's water. Сельдерка пощевой. Ничего вкусного. У всех она разная получается. Очень-очень. Полтора тысячи долларов. Сейчас, сейчас. 500. Не, не верю! Не верю! Белужья. Вот такое, да? Нет, это осетровая. А еще есть белужья. Она еще дороже. Ага. Полкилограмма 100 тысяч рублей. Это 600. Полкилограмма. Это? 600 долларов за это? Да. Это как у нас красные женщины так здоровые. Так полезно для здоровья. Вообще не могу верить. Кто болеет, например? Надо еще раз кушать. Gold. Diamond. Золото. Gold. Очень жирное. Я буду. Здесь очень много белка. Белка. Это полезный, полезный. Не поправляю, не потолстею. Можно с кошками кушать. А если много кушаю, тогда будет побочный. Все, кто серьезные болезни у кого? Они покупают по чуть-чуть, как лекарство. Как лекарство? Потому что много дорого. Последний день я отдаю. Пробуй желание за год. You have to make your wish. I want to meet five. Я умру. Я не хочу рожать до 40 лет. Не хочу. О, my leg. Окей. За ваше будущее. О, спасибо большое. Асетрина. What is that? Okay, икра. And... В России становится икра. Как Юн стал русским? Узбекистан. Да, там, где много солнца, где тепло. И в Азербайджане. Там, наверное, фрукты очень вкусные. Очень вкусные. Дыня, арбуз.
выпили и вышли на улицу, чтобы пожарить мясо. Это можно сидеть в карантине вообще. А, не ходить. Жиду очень-очень вкусно выглядит. Это как корейский стиль. Кера, Кера, иди сюда. Кера, Кера. Сидеть. Кера, сидеть. Кера, крути. Кера, быстрее. Ой, как я буду скучать. Люля кебаб азербайджанский. Азербайджан. Только мы сделали на корейском тейбл гриле. Это была баранина, но я никогда не попробовала такой вкусный баранины. Как? Это мой самый последний день в Москве. Знаете, это мой последний день в Москве. О, очень грустно. О, сейчас 9 часов утра, но я решила чуть-чуть выпить вино. И уже скоро полечу. Я вчера попробовала первый раз такую мутную икру. Ассетрина, так говоря, Наташа мне подарила, там из баку поймали ассетину и вот такая, смотрите. Все равно соленый, как-то каждое яйцо я чувствую, как будто в яйце соль, когда я кушаю, очень соленый, ну вкусно, кабара это полезно для здоровья, я думаю, я уже стала русской. Как сказать, каждый раз в Москве испытываю нового и встречаюсь с новыми людьми, но в этот раз эта поездка для меня была вообще волшебна. О, там барона что-то мясо кушает. Вот, Юне тоже понравились, и я реально так думала. Возможно, если я переезжаю в Москве, я буду счастлива жить. Тут, конечно, мало корейцев. Всего 1500 человек из Южной Кореи. Тут для людей все построено. Я лично чувствую. Вот. Спасибо, Москва. Пока. Наташа, вас спасибо за приглашение. Жду встречу.